Сегодня День войск Национальной гвардии России. С праздником росгвардейцев поздравил президент Владимир Путин. Он поблагодарил их за эффективную и добросовестную работу и верность присяге. В числе ключевых задач Росгвардии – борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Все это сложные, крайне ответственные направления работы, где требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и всегда нацеленность на достижение конкретных, ощутимых результатов в интересах безопасности нашего общества и государства, надежной защиты прав и свобод граждан. Сегодня росгвардейцы участвуют в специальной военной операции. Им действуют смело и решительно. Их мужество, стойкость и бесстрашие в самых сложных ситуациях отметил в своем поздравлении глава КОМИ. Сотрудников Росгвардии всегда отличали высокий профессионализм, дисциплина и четкое следование букве закона. Благодаря этому наши граждане чувствуют себя под вашей надежной защитой. В ходе специальной военной операции росгвардейцы доблестно исполняют свой воинский долг, геройски сражаются во имя России и своих соотечественников, проявляя мужество, стойкость и отвагу. К сожалению, не все сотрудники Росгвардии вернулись с поля боя. Вечная им память и вечная им слава. Я благодарю вас за достойную и преданную службу. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и успехов. С праздником! Ко дню войск Национальной гвардии в столице Коми прошло торжественное собрание. Личный состав поздравил начальник регионального управления Росгвардии, полковник полиции Алексей Ходоров. Военнослужащим и сотрудникам были вручены государственные награды, ценные подарки, почетные грамоты и благодарственные письма от командующего Северо-Западным округом, региональным командованием и правительства республики. А после личный состав почтил память сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга минуты молчания.